Так, в общем, всем привет, с вами Монти, и сегодня я бы хотел вам показать такую вот игру, которая называется Star Wars Galactic Heroes. В общем-то, как мне показалось, классная игра, довольно затягивает, не такая уж она и сложная на самом деле, но... В общем, сразу скажу, я в нее уже играл. Вот. Даже, по-моему, видео какое-то было, но... я не знаю. Я его загрузил. Я его начал загружать. Вот, а потом удалил. В общем, произошла какая-то ошибка, он не загрузился. И, ну, в общем, я не знаю. Тогда капец был. Просто какой-то капец был. Вот. Что-то он как-то долго загружается. Давай уже. Блин. Когда я долго нажму на паузу, сразу же начинает что-то, сразу же загрузка контина начинается. Ну ладно, это и так уже быстро. Все, загрузилось. Давайте, короче, как-нибудь. Вот так вот сделаем. Да, кстати, видео без наушников будет сегодня. Вот, персонажи. Так, что у меня по персонажам есть? Да, в общем-то, кто не знает... В общем, кто не знает эту игру, можете установить. Не знаю. Просто набрать Star Wars Галактика Героев. И, в общем-то, можете там посмотреть. Так, что у меня здесь? Силовая пика. Наносит физический урон выбранному врагу с 50% шансом замедлить его на 2 хода. Если у королевского стражника более 50 здоровья, эта атака с шансом 50% может оглушить цель на 1 ход. Вот это прикольно. А здесь какие... Ох ты господи. А я ж второй смотрел. Ну, здесь ничего не меняется, в принципе. Только опять урона добавляет. Ладно. Тут такой вот он, короче. Не показывает никогда свое лицо. Имперская... усиливает оборону всех союзников на 2 хода, а также на 2 хода повышает здоровье союзников имперцев. Королевский стражник с 20% шансом может получить 27% прибавку к шкале хода. Ну вот как-то вот так. Это так вот. Ждай консул, господи. В общем, я не помешало бы Дарта Вейдера найти себе, ну, собрать. Вот такой вот Вейдер, короче. Основная, давай посмотрим. Наносит цели физический урон с 45% шансом блокировать способность на 1 ход. Джедаи и повстанцы не могут уклоняться или отразить эффекты этой атакой. Ого! Прикольно так. Дарт Вейдер вообще молодец. Чувак. Наносит физический урон всем врагам, накладывая на них 2 эффекта длительного
урона на 2 хода. На эту атаку нельзя ответить контрударом. Ну, в общем, Дарт Вейдер молодец. Хотя он, конечно, сволочь, но пилот Тайфайтера, короче. Ой, он под голограммой. Капец просто какой-то. Ну ладно, давайте уже переходить к самой битве. А то наверняка написали уже. Давай уже переходить к игре. Что это? Обновление персонажей. В общем, вот эту вот награду я уже собрал. Что у меня здесь? Ух ты, какая тут штучка хорошая. Какая тут хорошенькая штучка. Арена отрядов. Магазин. Что у нас в магазине? Карта. Как-то там. Персонажи или осколки. Карты из хрома, темная сторона. Гарантированный персонаж, светлая сторона. Вот мега набор из карт очень хорошо было бы. Очень хорошо было бы получить. Так, это что такое? Ух ты, здесь кредиты есть. Прикольно. Есть, короче, ресурсы. Здесь, ну да, есть ресурсы. А можно что-нибудь вообще покупать здесь? Пишу за модули. Чемпионаты. Гильдии. Испытания. Трой этот ездит. Корабли. Пройдите все события из категории обучения командира флота и достигните 60 уровня. Нормально. Нет гильдии. Гость. Подставки. А что такое подставки? И здесь, короче, можно осколки покупать на кого-нибудь. Давча. Господи. Ну ладно, давайте уже переходить к самим битвам. У меня вот тут светлая сторона доступна. И давайте пойдем уже на Татуин, так сказать. Да, в общем, вот такой вот у меня отряд. Ну, давайте пойдем уже, не будем тянуть. Давайте. Загрузка. Лодинг. Так, что у нас здесь? Вася загрузилась уже. Здесь, короче, штурмовики. Здесь, короче, с дробашами. Короче, с дробашами. С автоматами. Ну, не знаю, кто тут самый сильный. Давайте вот этого пока что будем палить. Вот этот прямо жесткий удар применим. И вот этот тоже прям... Давайте хотя бы X2 скорость, что ли, включим. Все, минус один с дробашом. Фига, он что, бомбы кидает, что ли? Ну ты нафиг, а? Да пошлите вы в жопу все. Да что ты делаешь, дебил? Что ты делаешь, блин? Давайте похеемся хотя бы, что ли. Немного. Чё, иди нафиг. Бомбардировщик, блин.
Не, ну это хорошо, что я стал его именно палить. Кто здесь у нас такой? Давайте с дробашом пока палить будем. Так, блин, минус пока что один у меня чувак. Давайте так вот, у него, вот у моего вообще здоровья капец мало осталось. Я не свой удар мог использовать. Так, прогресс. Блин, еще один чувак. Ну ладно, давайте вот так вот. Блин, я не могу это использовать. Зря моего одного пристрелят. Хотя сейчас нет. Сейчас нет. Бомбардировщик ты, блин. Вы не охренели, а? Где ты нафиг и все бомбардировщики какие-то здесь нашлись? Блин, где моя эта хилка? Где моя хилка? Вот она хилка. Все, хилимся. И давайте, короче, здесь... атаковать всех. Не, эта атака мало наносит, особенно одному. Так, финальная схватка. Кто у нас здесь? Разбойники, да? Тускинские. О, господи, я не могу это прочитать. Это, короче, какая-то жопа. Нет, я не буду это читать, это... Блин, моего хилера! Вот какие гадины вы! Хилера моего убили! Сейчас я вашего главаря завалю. Давайте так сделаем. Блин. Но они и так довольно слабый урон наносят. Блин, здесь, по-моему, фейл. Здесь, по-моему, фейл. Да, это фейл. Так, окей, посмотрим, что у нас есть. Найти. Так, обучить его можно обучить. Дайте как-нибудь. Ну, давайте как-то так вот, давайте. Обучаем его. Давайте вот этого вот пока что обучим. Ну, в общем, такой вот у меня лекарь есть. Дайское исцеление. Ну, в общем, вот такая вот у меня джедайское исцеление. Магма штурмовик. А что за магма штурмовик? Я не понял. Ой, он под голограммой. Я его не вижу. Короче, он огнем кидается. Кто у нас здесь снежный? Асокатана. Боск.
О, здесь у нас уже Керосиндула, головорез, Гридо. Тут еще, блин, еще какой-то дарт приперся. Кира. Или Кира, не знаю. Палач первого П. Не знаю. Сабин Врен. Вот, что-то здесь вот. О, бесплатная такая вот одна штуковина. В общем, вот этого Боба Фетта мне хочется очень. Мне как бы нравится сам персонаж. Ох ты, какой ты жесткий. Мощь. Офигеть, у него мощь. Капец какая-то. Очень хочется его все-таки получить. Ну, давайте бесплатно. Возьмем. Посмотрим, что же у нас здесь такое-то будет. Ну, давайте снова купим. За вот эти вот штуковины, я не знаю. И знаете, больше используйте для. Ну, что это такое? Что это такое вообще? Где мои эти персонажи? Где мой Боба Фетт, а? Где мой Боба Фетт? Кристаллы. Ух ты, как здесь. О, смотрите. Сумка кристаллов, мешок кристаллов, коробка кристаллов, сундук кристаллов, ящик кристаллов. Сейф с кристаллами. Карты данных. Ходящие. Ну да, ну я не знаю, 12 уровня. Что здесь? Эта возможность открывается после призыва трех персонажей темной стороны. А как это призвать? Давайте в бой пойдем. Союзники сейчас недоступны. Выбрать отряд. А, ну, а как выбрать-то? Один или больше персонажей в этом отряде не могут быть задействованы в битве. Один или больше персонажей в этом отряде не могут быть задействованы в этой битве. Да. Ну, я как бы не знаю. Так. Что это? Что это? Вот такие вообще. Тоскинские гранила. Почему про них ничего не написано, а? Значит, так вот. Вот так вот. И вот так вот. Что, типа крутой такой, да? Сейчас пристрелим тебя. Понятно тебе? Так вот. Сейчас и тебя тоже пристрелим. Хочешь?
Вот, и себя тоже. Хочешь так? Вот, и вот так вот стрелой тебя. В задницу или куда тебе там попало? Не знаю. Давайте забудем, что я сейчас сказал. Давайте так. Выстрел. И так вот. О, успех. Ну что ж, вторая битва у нас здесь. Давай вот так вот. Они все такие. Так что без разницы, кого тут атаковать. Ну давайте как-то так пока будем выходить. Так, все, минус один уже. Уклонение. Алло, лошара. Все, финальная финальная что? Финальная схватка, да? Так, тут можно какого? Нет, только один. Давайте урор. Господи, что у вас за имена такие, идиот это? Ну давайте их главаря что ли покопаем. Ой-ой-ой-ой-ой! Куда вы там палите? Я аж вот так сделаю, поняли вы? Нет, ну блин, это всё оглушение, может моего? Я не киллера, блин, а сносишь своей палкой говномешалкой. Я и сказал. Это должно сейчас записаться просто. Так, что у нас здесь? Один кристальчик, ладно. Вот это я сейчас сказал, конечно. Вот это я сейчас сказал. Так, что у меня дальше? Пока по татуиду здесь идем. Опа. Ничего себе тут у нас открылось. Ничего себе тут у нас третья открылась. И сложный уровень такого. Сложный. Давайте попробуем. Да то что-то такое. Что-то с датой связано. Ну давайте попробуем. Давайте здесь попробуем. Так. Ладно, идем в бой. У меня, в принципе, энергии бесконечно. Так что, ну не бесконечно, у меня ее нереально дофига. Поэтому можем, короче, играть сколько хотим. Штурмовик. Ага. Ага. Кто у вас здесь? Вы все одинаковые. Ну давайте как-то так вот, например. Вот такой вот. Эй, кто это там проехал сейчас? Все, минус один уже. Дай вот так вот с пулемета тебе. Фига ты бомбардировщик. Фига вы там бьете, блин. Почти одного мне этого снесли.
чувачка одного. Хилимся. Джедайская сила всех исцелит. Понял, штурмовик? Ты себе так не можешь. Только джедаи сильнее каких-то ситхов тупых. Джедаи это свет. О, ну здесь много. Давайте вот так вот всех будем. Ой, сейчас как мне влетит. Эти бомбардировщики, как же я ненавижу этих бомбардировщиков. О, еще могу пострелять чуть-чуть. А, он броню себе поставил, понятно. Еще и заставил только себя атаковать, замечательно. И уклонение. И капец, короче. И жесть, короче. А вы задолбали своими бомбами там бросаться. Своими бомбами с говна. С говном. Сами себе там кидайте. Воняйте потом сколько угодно. Финальная схватка. Кто у нас здесь? А, блин, вот эти жесткие чуваки. Элита. Тут что, две? Не, тут только один элитик, понятно. Давайте так вот сделаем пока что. И джедайская сила всех исцелит. Давайте вот так вот. Вот так вот. Эй. Что ты делаешь? Просто двойное уклонение. А, типа, можно по этим троим пулять, да? Ну, я пока вот этого палить буду, пока что. Что ему себе? Максимальное здоровье. Макс ХП, короче. Так, короче, всех вот поатакуем. Давай, мой супер удар. Фига вы там мочите. Да куда ты стреляешь? Сюда стреляем. У этого меньше всего ХП, его мы должны первым пристрелить. Так. Чубака под голограммой такой сидит. Так, минус один мой чувак, да? Где там моя эта штуковина? Давайте так сделаем. Одного стражника пристрелим тут. А он сносит-то вообще капелюшечку. Чу-чу-чу, что вы там своими пукалками можете делать? Только пукать вы своими пукалками можете. Ну что ты сделаешь? Фига. Своей зубочисткой, блин. А он своей зубочисткой оглушил моего пулеметчика. Солдата клона или как-то так вот. Первой фазы. Плюм-плюм. Давайте сюда пойдем, опять же на Татуин пойдем. Так, клон-сержант, первая фаза, вот так вот. Эвок-разведчик. Чубака воины клонов и джедай консул. Это мой филер. Ну или лекарь, кому как угодно. Лечильник или как-то. В общем, называйте как хотите. Да. Так, что у нас здесь? А, у нас здесь только три. Кого? Ну давайте по центру пока будем. У меня здесь доступны вот эти вот штуковины. Все.
Да, хары там орать уже. Ах ты, уклонился. Эй. Алло. Не белые вы тупые. Сейчас мы убьем тебя. И вот так вот с моей пушки всех просто простреляем. Все. Ну что ты можешь сделать своей? Что ты можешь сделать своей? Что ты можешь сделать своей палкой? Говномешалкой. О, еще 4 таких с говномешалкой приперы. Еще такие приперы с говномешалками. Вот ими только мешать можно. Ну что вы там можете сделать? Не знаю, что вы там можете мне сделать? Старый дед, блин. А кстати, где это мы? Это мы около тысячелетия. Да, как-то долго мы его палим. Ах ты, уклонился от моего удара световым мечом. Так, финальная схватка тут у нас. А, опять этот Трололо опять этот Трололо сюда пришел. Сейчас, короче, все атаки на него. Такую. Блин, что вы там творите, блин? Крит. Давайте так сделаем. Они особо так не сносят. Так, хорошо, что уклонение сейчас не сработало. Все, его мы уже закончили. Все, его мы закончили. Давай тебя атаковать будем. Давай, джедайская сила. Воскреси нас всех. Ой, я не понял, я что, 2 раза этим, что ли, мог стрелять? Так, тасканский рейдер. Ну все, мы с тобой заканчиваем уже. Так. Давайте продолжаем. Так, что у нас здесь? Татуин, да? Татуин. А, все что ли? Я здесь закончил уже. Ну, блин. Возможно, я вот здесь вот могу что-нибудь перепройти, да? И возможно, я здесь что-нибудь перепройти могу. А, кстати, ух ты, какие здесь штуковины могут дать. Ну, давайте, ну, все-таки на второй перейдем. Нормального. На третий нормального. Давайте в бой. Последний уже, думаю, последняя битва у нас на сегодня уже будет. Вот, надеюсь, мой ржач сегодняшний записался. Так, ну что? Приготовили наши пушки и, короче, палим тут этих штурмовиков с пукалками со страшной силой. Да блин, бомбардировщики вот тупые. Все, иди нафиг. Так, джедайская сила, воскреси нас всех. Да блин.
тупой ты бомбардировщик, а? Тупой ты бомбардировщик, блин. Давай так вот как-нибудь. Так вот еще. Сейчас тут всех, короче, заохачим, так сказать. Вот. А что так мало урона становится? Вот печь нормально так наносит. И вот эта бошка так наносит. Ну а пулемет, арбалет и лук не очень так наносит. Успех. Это только вторая битва, ребята. Ярость Вуки. Блин, я не поделал. Давай как-то так вот. И вот так вот. И вот так. Все, минус один уже. Вот так. Блин, где там моя хилка? Зарядилась моя там хилка там? Да, все. Воскрешаемся с помощью джедайской силы. И, короче, оттачим здесь. Прогресс. Финальная схватка. Ё-моё. Ё-моё, что здесь? Ё-моё, что здесь творится-то? Ё-моё, что здесь творится-то такое? Твой хэт-тай, Стиван. А, он по всем стал такой, да? Ладно, давайте выстрелим. Прыгнул, сопротивление, оглушение, О, господи, что у меня тут? Что? О, господи, что у меня творится? А, господи, что у меня творится? Чего у меня урон такой маленький? Не знаю. Чего я оглушение чубаку? Блин. Здоровье это все, конечно, хорошо. Но, блин, ну, у меня куча всякого говна поставили мне. Вот здесь еще и скорость мне повысили. Вот такие. Все, иди нафиг. Да, иди тебе нафиг. Так, все. До свидания. До свидания, я сказал. Давайте похилимся. Джедайской силой. Все. Блин. Капец какой-то. Нет. Так тебе. Все, до свидания. Так тебе. Все, до свидания. Так, сейчас мою маску атаку. Но, правда, я уклонюсь от атаки. Конечно, вот этой маховой атакой лучше, конечно, лучше атаковать ударной атакой. Так. Плохо для нас, конечно, но для них это замечательно. Я не понимаю, как они это делают. Так, все, давай. Пристрелим здесь этих всех. У тебя тоже. У тебя. Ну, короче, можно... Да что такое? Нет, ткань атака мало наносит. Но... Одинарная атака, конечно... Получше. Больше атак. Больше урона наносит. Вот. Загрузка. А что загрузка? Звездный разрушитель. А здесь звездный разрушитель. Здесь у нас звезда смерти. И звезда смерти. Давайте на вот этот вот пойдем. В бой. Что здесь у тебя такое-то?
Нормальное у него такое имя. В яблочко. Новая одежда. Доступна на увеличивает стойкость всех союзников на такой. Люк получает 10% к шансу на критический удар. Люк Скайуокер, мальчик с фермы. Мальчик с фермы, нормально. Мальчик с фермы, избранный. Что такое избранный? Давайте, допустим, избранный возьмем. И чего это мне дало? Что это мне дало-то? Что мне дало этот избранный? Я не знаю, что это делает. Не буду это включать. То мало ли поломаю что-нибудь еще. Вот, ладно. Давайте уже последний бой на этом проведем наш. Наш последний бой у нас, так сказать, будет. Последняя битва. Так, здесь у нас голограмма какая-то. Так, здесь у нас голограмма какая-то. Ну, это не важно все. Здесь у нас, опять же, дофига этих бомбардировщиков. Как же я ненавижу этих бомбардировщиков? Зачем вы себе все это тут поставили, если вас всех атаковать можно? Зачем тогда ставить себе вот эту фигню? Я не понял. Если и так можно всех атаковать. В общем, можно вот так вот любого выбирать, а они вот... Они, короче, думают, что будут только себя атаковать. Я, короче, язык сломаю, пока это все говорить буду. Я не знал, короче, как это правильно так сказать. Давайте используем мой вот этот суперудар. Все. Сюда я сказал. Успех. Вторая битва. Вау, как у нас здесь все. Что там летает? Что там летает, я не понял. Пока вот так вот, пока обычными будем атаковать. 59, ну как-то немного наносит. Все, уже минус один. Давайте мой супер выстрел сделаем. Но это опять, зачем они вот это сделали себе? Давай так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Пока суперспособность не буду использовать. Но особую свою. Особый удар я пока использовать не буду. Так, все. Финальная схватка у нас тут, короче, какой-то дядька тут у нас будет. Да, какой-то непонятный, короче, дядька. Генерал Вирс. Божечки, это мой. Да, он вообще какой-то классный. Он слабый какой-то. Че это? А, суперспособности нельзя использовать, да? Ну, это только на один ход, как бы это... Это только на один ход, как бы было, да? Сопротивление, броня и... В общем, гвардейца нельзя, можно только штурмовиков можно атаковать. Давай, джедайская сила, восстанови нас. Крит нанесли, но этот крит какой-то был не серьезный. Давай уже. Так, теперь гвардейца будем атаковать. Я, короче, просто тыкаю по одному месту и... Выбирал пока так вот только. Давайте, короче, все вот так делать будем. Что этот выстрел? А это нельзя, понятно.
Это тоже не знаю. Ну, в общем, побеждаем мы. На 3 звезды, кстати говоря. Вот. Здесь нам неплохо так всего дали. Так, ну что, Эндор. База на Эндоре. База на Эндоре. Ладно, пошли дальше. Уже. А, так, все, мы здесь больше ничего менять не будем. Пошли, короче, так вот. Так, у нас там идти штурмовик-разведчик. А тут про них ничего не написано. Вот этот бомбами может кидаться. Его мы сначала оттачим. Этот, короче, будет... Этот бомбами кидается. Блин, и этот тоже. Убиваем, короче, сначала штурмовиков таких вот, а потом разведчиков. Ну, короче, убиваем сначала таких разведчиков, а потом таких вот разведчиков. Все, пулеметом тебя убиваем. Ну, вот эти ребята, они несерьезные. Но джедайская сила, восстанови нас всех. Давай так вот. Давайте... X2, что ли? Хотя бы скорость поставим. Так, прогресс. Уже вторая битва у нас. Вау, в каком я крутом месте. Клон командир, ты прямо около факела стоишь. Ты же сгореть можешь. Так, оттачим сначала команде. Командира. Командира атакуем. Он бомбу сейчас кинет, наверняка. А, не, он даже не ударил ни один раз. Вот. Ну, это нам к добру, на самом деле. Все. Штурмовик, марик. Вот так вот. Давайте, да, так вот как-нибудь. Так тебя пристрелим еще. Вот так тебя пристрелим. Короче, вас всех пристрелим здесь. Здесь у нас сейчас будет база на Эндоре, да? А, нет, смотри. Здесь, короче, одни что-то штурмовики. Здесь какой-то дом здесь, короче. Ну, блин, я так не играю. Я хотел базу тут прямо такую поставили хотя бы. Эндорскую базу хотя бы поставили. Ага, только по тебе атаковать можно. Ну, окей. Они, короче, можно было атаковать сначала по одному, а теперь по всем можно атаковать. Вот какие, блин. Тупые они, эти штурмовики. Они... Ну, ладно. Все, тебя мы сейчас... Блин, тебя нельзя. Только вот этих теперь мелких можно атаковать. Блин, теперь только слабашей можно атаковать, короче. Надеюсь, я не свою суперспособность использовал. Так, короче, лечимся. И вот тебя мы все. Давайте теперь сначала тебя убьем. Вот, ну а теперь, ну а потом тебя. Так вот. Короче. Ай. Мы, короче, в деревне на Эндоре.
Эндорская деревня, короче. Все, используем нашу суперстрелу. Нашу особую атаку. Так. Броню поставил. Зачем ты себе эту штуку поставил? Ты и так вот гадина остался. Тебя вот так вот нужно. Так, мы победили. Раз, два, три звезды. Ну, три звезды — это неплохо. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Поле. Эндор. Зачистите от штурмовиков леса Эндора. Сразитесь с имперскими войсками в дебрях Эндора. Сразитесь с имперскими войсками и генералом Вирсом на Звездном Разрушителе. Вступите в бой со штурмовиками Залах и Ангарах Звезды Смерти. Затем сразитесь с Гранд Моффом Таркином. Ладно. Сразитесь с имперскими войсками в дебрях Эндора. Но это, думаю, уже будет дальше. А, нет, вот здесь вот у нас теперь идет. Теперь у нас идет вот здесь вот что идет. Вот теперь у нас вот так вот идет. Но здесь мало уровней. Здесь мало уровней. Здесь все легко. Здесь у меня все на 3 звезды, короче. Пройдено. Татуин второй. Ну, в общем, как-то так здесь. Пока на Эндоре мы здесь все делаем. Ой. В общем, на этом все. Всем пока.